А надо вам это вообще? Мне вот неинтересно. Разберемся потом. Пошли бить. Мне кажется, надо аддон новый писать, чтобы узнать. Ты про Т4 хапала? Есть у кого дживс? Поставь. Все, дживсы сзади поставили, почините все. И кого там реги закончились тоже. Там на входе есть, почини. Да я знаю, я реги закончились. Я их сколько не покупаю, у меня постоянно они заканчиваются. Я, наверное, бафаю. 200 штук закупаю. Вон тебе уфоло клинка. Сейчас соберитесь. Масло проверьте. Будет спирит, шнурки и апокал пишет или Элла. Сейчас. Зерона надо возьми. Возьми войд сразу, я зерони отдай из ГБ. Кого? Масло? Масло? Да. А стоит где-то ГБ? Сейчас, секунду. Поставьте ГБ. Да иди пусти. Ну масло хапало, все равно не так сильно решает. На Т4 нет все равно. Разница. Да похуй, больше будешь хилить. Ух. Свет небес не 20, а 20 100. Да, жесткий. Вытащишь танк с того света. Что жалко, что ли? Ну, значит, 277 шмот не ролит, там всего лишь 20 кд плюс. Нажимай, Андрей, у меня макрос не работает. Я и так шмот не ролю. Роль. Не, ну это типа, ну, понял, суть. Долго бежали, было очень опасно. Че роли-то, с босса ничего не падает? Ну это я чар сделал. Босс не падает! Че, давай. Спокойно. Пилот, будь наготове всегда, лучше чуть-чуть не задамажь. Сейчас ДПС хватает. Шип через 4 секунды, вот будь сразу наготове. Если нас вдвоем с чмыгой, меня чмыга, определенно чмыга, и сразу... Чё, определенно разбить, можешь не прыгать. Почему я говорю, потому что есть. Меня разбейте, а то в меня сейчас вихрь пойдет. Быстрее. Смотри в тебя, ты пилок. Как он? Вы там решили разбежать на танк. А ты опять убежал, Женя? А там на танк разбежались. Это готово, 3 секунды, я побежал. Блять. Да, объясните заново ему, объясните заново. Потому что костерец смотри, делится на 3 цели. Смотри, Жень, смотри, кастуется вихрь, да? Смотри, кастуется вихрь. Туда прыгает Декс, он прыгает туда. Когда он туда прыгнул, ты уже можешь бежать. Андрюш, я в том драйве, может... было 3 секунды до вихря, осталось в конце, я побежал, и он прыгнул ко мне. А сейчас получилось, что... Надо, бежать. Он прыгнет на Декса. Да, короче, прыгает, когда, кастуется, когда кастуется вихрь, тогда только убегаешь. Ты раньше убежал опять. Когда у босса кастуется вихрь? Да, да, когда у босса кастуется вихрь. Фух, ладно, давай, слагбол, давай минус. Нормально. Да не то, что когда кастуется, когда он туда чаржнулся, там челик оттуда выбегает, и ты уже туда прибегаешь спокойно. Он там стоит, 3 секунды крутится. Да, он да. Во время каста все равно костерец. Я честно говорю, я просто чуть не понял, смотрите, ребят, я просто в том трае, я убегал за 3 секунды, то есть когда ДБМ пока 3 секунды убегал, он кастует, ко мне прыгал, а тут, блядь, ну умерли, ребят, я сейчас, ну, понял, что у меня такая... Там урона много очень. Смотри, первый прыжок ловит Декс, он, типа, телепорт туда жмет, он ловит.
пока он допрыгнул, типа прыгает обратно на нас, ты лежишь в печеньку. Ты заходишь в печеньку, да, сухой длину. Все, теперь я. Ну, я понял, заручу другая так, вот, хорошо. Вы втроем лутаете по 45 тысяч, а вдвоем по 70 тысяч. То есть урон очень огромный. А зачем тут паладину ауру огня? Паладина все равно много. Потому что ледяной огонь, блять, на полу. Ему холодно в душе, но. Пусть греет, пусть греется. Ну, если серьезно, можете все лед взять и одно сосредоточение, и мастера не жалеть на лед. Разбежаться. И защиту один какой-нибудь. Прот пау. Все остальные лед возьмите их. Саш, у меня не вкачана защита, так что от тебя толку нет никакой. Ну, не важно. Все равно, чтобы была просто защита. Я коня взял. Буду бегать быстро. Побежали, побежали. Геру? Это да, Гер. Да, да. Почему ты не сбросился, когда? Две минуты. Чё, кишип через... уже. Хиса он на варианте. Шип через 6 секунд. Меня разбили. Скоро вихрь будет, меня нужно разбить быстрее. Успей. Разбейте, главное. Вихрь. Дима, подбеги. Блин, штамм, блядь. Дима, готовься прыгать. Меня и чмыгу, прыгни, пепелок, быстрее, 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 быстрее. Блять, ну следите за этим, ну я как максимально быстро когда замечаю. Давай, пепелок, ты третий всегда будешь выбегать, уже раз на то пошло. А вот тут, точно было. Тут не то, тут как бы не одноденочная лужа была, а вот эта крестовина нахуй была, блять. Там, по-моему, лужа постреливалась, типа не там не должно было. Буквально минуту отключился. Потому что мы не убежали. Поэтому... Да, не-не-не, там именно... Крестовина ебанулась. Там и от вихря лужа. Но. А почему она от вихря? Баг Сируса, что ли? Давай, объясни это. Я вопрос задаю, если что. А не объясняю. Ты задаешь так, как будто знаешь ответ. Нет, наоборот, как будто не знаю. Слушай, я все понимаю, то, что я минус я лутаю, а сейчас кто минус лутает. Так Сирусу минус, нахуй, это же баг Сируса, все говорят, я слышал всегда, блядь. Когда такая лужа в рейде, нахуй, четверная, это значит баг Сируса, нахуй, никто не лутает. Всем, блядь, повезло нам, пацаны. Да. Там должно быть объяснение, просто кто-то подвигался, кто-то... Андрюха, вы не двигались пока? До встречи. Так, а... Я движусь только в... Лучше, когда это, надо танчить. Так а где доказательства, что типа если кто-то... Там... Где всё, давайте, блядь, спокойнее. Все, где доказательства, всё спокойно. Ну, я про то имею в виду, что где доказательства, что если кто-то подвигался, то такая лужа четверная будет. Кто-нибудь хоть раз это мог доказать? Ни разу не видел, блядь. Предположение. Так поэтому сейчас никто и не получил минус. Это предположение только. Может попробовать подвигаться во время вихря и уже доказать эту теорию? Не надо. Ты убить хочешь или сидеть здесь? Я убить хочу. Ну и все. Так, смотри, есть же, типа, мне кажется, ты тут понял. Ладно, потом. Все, потом. Можешь рассказывать, ты спокойно говоришь, отлично, славно. Не-не, я не хочу сейчас мысли забивать, правильно. Пепелок, давай, короче, ты тоже на всякий случай выбегай. Ну что вот сейчас произошла ситуация, блин, не успеваешь среагировать. Значит, МРСС тоже будет на подстраховке. Надо мгновенно это сделать.
Повесь просто на себя метку, на человека, то я не... Я буду видеть, что в шипе, я буду выбегать. Если буду, если в миле. Поставьте шкаф, трусовать или уходи. Не трусовать или из морски. Иди, иди. Есть такой аддон в Вуду, там видно, кто на шипах. И метки ставятся. И метки ставятся, все ставятся. Там иконочки такие. Ладно, больше такого не повторится, я не сделаю еще, что вы хотите. Надо одно. Изморский вылетел, убежал, все, отлично. Лера, принимаешь он. Что-то я не могу на нее тыкнуть. Но она принимает сумму, она телепортируется. Ну, она БГ, вы поэтому не можете ее сумануть. Не, ледяной короне. Лаксар, битва за Гилнес. Я нужна вам? Да. Да. А, ну так говорите. Так мы же сказали. Лера, ты нужна нам? Ну, вы просто так много говорите, я не слышала, что вы меня зовете. Лера, мы тебя зовем. Ты нам нужна. Надо 15 раз сказать, чтобы она... Да, я нужна, я нужна, я. Ну все, я ливнула. Не тот человек выбрал себе ника, моя госпожа. Хорош. Кого я опять обидел? Госпожой. Лере такой ник. Надо было мне мой... Нет, мне надо было ник делать вообще. Жена моя госпожа, все. И делаю следующий. Варкалдинг постоянно мог играть после такого ника. Я надеюсь, что она это слышала. Ты громче сказал лучше. Сказала вроде. Слышала. Так. Саня там жена думает, что она работает, она стрим смотрит, как Саня играет. Показывает, что рыбу много кто не поел. Да. Кушайте все рыбу. Ничего. Агрессив он. А что тут дочка без мозга? Этого СПД. Кидай Войду обмен, он там рядом с тобой тусит. Да, пожалуйста. Чего не хватает агрессив? И масс Валерка возьми. Войда тоже. Давай, пожалуйста. Каска есть у тебя агрессив, проверь аккуратно. Хавка на хавку. Ешьте. Готовность. Как будешь готов, нажмешь играть, чтобы ориентироваться, когда запускать. Лаксар, Вера. О, заработал аддон, релок сделал. Давай, Марухич Геру. Хорошо. Шип через 3 секунды, приготовились. Выбивать, если что. Вихрь, Дима, подбежал ближе чуть. Шип, и потом вихрь будет. Луну, разбейте. Бежишь очень рано, блядь. Пилок, он сейчас дернется обратно в печеньку, потом обратно туда, вот когда он туда бежит. Да, я смотрю. Угу. Вот, сейчас он будет, когда назад возвращаться, туда, надо будет убегать. Дима, блинк. Все, нормально, я выбежал, может. Шипы, готовься, пилок тоже. Нормально. Не ошибся.
Я вижу, 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 вижу. Часовность Иннер по Майлику. Маша по себе. Шип через 6 секунд. Приготовились выбегать, пипилок тоже будет наготове. Нормально. Вихрь через 8 секунд, Дима чуть ближе, смещайся к боссу. И скоро будет шипы, приготовились. Это шип, Женя, не спеши. Женя, Дима, подбеги. Хорошо. Хуёво. Разбежались. Служи, 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 служи. Что, Даня не дал блинк или что? Или дал блинк? Чего он... Да, ну я так и понял. Давай минус Дексион. Ну и Рейд, видите же, что вы внутри стоите. Отойдите немного. Ну, там все равно, там уже пиздец урон от вихря шел, урон один тик к этой уже, вот я, допустим, убежал, но все равно сдох. Хотя, может, два словил как-то тикка, но сдох все равно. Но я выбежал сразу, служу. Интересно, когда в следующий раз ребро понерфят еще на 10 лямов, мы также будем бить? Это урон нерф. Урон вихря, или луж ты имеешь в виду нерф? Вообще-то. Урон уже не расширил. Согласен. Все, побежали, побежали. Надо бить. Еще 25-ки также бить. Госпожа, как только вихрь заканчивается, даже не только когда он заканчивается, когда он последний раз идет. Ну, то есть ты вот стоишь там, что там тебе за метка? Короче, свои метки, когда стоишь, когда последний раз от тебя уходит ребрат, сразу за ним иди. Честно, тебя лужа могла трогнуть. Я стараюсь сразу максимально далеко убегать, но все равно, не помогает, да, там 33% все равно. А если его когда, когда вот в печеньке стоишь и видишь, что из печеньки он последний раз в ромб идет, сразу иди под лицо. Женя, понял, что тебе сказал Зерон, или повторить по-другому? Ну, можно на английском давай, на французском. То же самое все будет. Не, ну, главное, чтобы ты понял, это похуй, нам повторить. Можно на русском повторить. Блять, я тебе просто не... Я тебе конкретно... Можно не выебываться, сказать, да, я понял, блядь, но это тоже не выводит. Ну так и все, в чем проблема, просто сказать. Я просто, нет, честно говоря, я чуть-чуть не понимаю, когда, ребят, честно, я не понимаю, когда ребрат от меня уходит, в какой-то фазе происходит. Он два раза ко мне прыгает или четыре, да, четыре раза. Он есть таймер. Он тебе два раза прыгает. Там есть таймер ДБМа, смотри, пойди. Там есть таймер ДБМа, смотришь. Остается 10 секунд. То бишь он прыгает тебя, или уже ты полетит у нас обратно, уже можешь спокойно бежать. Да сопроты у нас... Пока я здесь скажу, Варя, Андрей, он прыгает в вас, а потом почему-то сразу вращается ко мне обратно, то есть второй раз ко мне приходит он. Слышь, буквально вот минуту, пойду вентилятор возьму. Смотри. Женя, первый раз он прыгает в печеньку, второй раз он прыгает в ромбик, потом он опять прыгает в печеньку. Хорошо, давайте, последний раз он прыгает... Подожди! Прыгает в ромбик. Твоя задача, когда он прыгнул второй раз к тебе в печеньку, второй раз, запомни, именно второй раз, когда он к тебе прыгнул, и он уже начинает возвращаться сюда, просто за ним беги сразу, и все. Все, хорошо. Понял этот момент? Да. И беги в танках. Все. Да. И я попрошу сейчас их, ну, просто озвучить, когда надо бежать, и я тогда запомню. Ну, еще раз запоминай, он в тебя два раза влетает. Первый раз, когда Дексиона там стоит, второй раз потом он бегает обратно, что там стоит, крест. Без бегает в крест, и потом еще он еще раз бежит в печеньку. Это последний раз, когда он бежит в тебя. Да все, мы ему потом скажем. Он возвращается в крест и... Окей. Пляшка. Ленте фласки. Мне Big Brothers выключил, поэтому... Давай, Женя, твоего пала назвать ОМ просто, нормально, сокращенно. Что, тише. Побежали, побежали, не стоим. Сразу побежали со всеми.
БР по кого? Стою! Да, да, вставай! Ребашу тебе по кого. И подбегай к ним сразу. Если есть СС, и также закастуйте, как были. Шип, приготовились. Пилок тоже наготовит быть. Нормально. Вихрь через 8 секунд. Чмоги, подбеги ближе чуть-чуть. И шипы будут. Приготовьтесь нас выбивать. Вначале шип будет. Нет, вихрь подбежал, чмыга. Хорошо. Вот, Женя, он первый раз в тебя дернулся. Сейчас он пойдет обратно в крест. Вот, он пошел в крест. Сейчас он пойдет обратно к тебе. И вот когда он будет возвращаться в крест, беги сразу туда. Понятно? Вот, он пошел к тебе. Сейчас готовься бежать, когда он в крест полетит. Женя, беги, Женя, беги обратно. Женя, беги обратно. Все, тише. Да, слава. Ну ёпайся тоже. Ты, он попросил сказать. Ну так не бесит. Агрессив поближе подойди. Госпоже, блять, есть стать? Ребафните его. А можешь опаслить, пожалуйста? Шипец, осталось секунд 10. Прохилы. Часов на Синер поели. Маша по себе. Госпожу прохил. Шипы приготовились, пипелок тоже будет наготове. Нормально. Чмыгу. Вихрь через 9 секунд, Дима. Чуть ближе к боссу сместись. Шип, приготовьтесь нас выбивать. Дима ближе чуть подойди. Я в шипе. Нормально, Женя сейчас забожил. Меня просто сняли. Все тихо. Сделали хорошо, все супер, эмоции. Женя, сейчас опять к тебе рванет, и потом обратно в крест, и тогда убегаем. Лужа, Лужа, аккуратно не грите, отбегите. Шипы. Госпожу поднять, уфолога тоже. Лапу дайте. Тоже поэтому. Давай кого-нибудь скучало, либо часом. Чмыга. Руфича, чмыгу разбейте, а чмы я нормально стою. Меня будет сейчас идти. Разбейте только его. Главное, чтобы нас двоих не понимал. Так, часовно Синер по Эли залей. Когда? Шипы. Да все, он разбить быстрее. Андрей, как тоже сможешь залить Синер, зальешь по Маше госпожу на фул. Вихрь через 7 секунд, Дима ближе чуть к боссу. Готовьтесь нас разбивать. И пилок будет тоже наготове. Меня разбейте. Но я ближе подбежал, по идее не должен дернуться. Блядь, только не сдохнуть бы. Женя, сейчас вот опять он рванет к тебе, и потом можешь бежать. Надеюсь, понял. Дима, готовься вылинковаться. Дексион УБР. Кого есть? Поднимаю. Теперь поднимите. Хорошо. Прибафните его, Марухич, если есть Гера, еще одна нужна. Да. Надо вижу, что зайдите все. По Элли нужно будет Динер, у кого есть свободные. Шипы приготовились на 2, пилок наготове будет. Хорошо, нормально.
Вихрь через 10 секунд, Дима, держись ближе к боссу. Шип. И готовились нас выбивать. Шип. Женя, вот сейчас он опять звонит к тебе. Сразу бежишь за ним. После того, как он это. Дима, готовься убегать. Ой, блядь, за. Ой, выбежит. Я выбежал, нормально, я выбежал. Все, хорошо. Поэтому это делают два человека. Один затупил. Ой, я. Все, хорошо. А пока его поднять на пол. Шип через 2 секунды приготовились меня выбивать. Чмогу, если что. Тоже. Эпилог на готове. Все хорошо. По Элле Иннер свободный. Госпожу, а пока его поднять. Шип через 8 секунд. Шип, пилок на готове будь. Марсес тоже чуть-чуть. Нормально. Вихрь, Дима, через 4 секунды держись ближе к боссу. Марсес ударит там, не так слышу. Женя, вот когда он дернется к тебе. Дима, готовься выбегать. Диалог будет тоже на готове, может даже выбежать. Все, выбегай, Дима. Грац. О, да. Не сбивайте их, пускай идут. Пояс, ох. В смысле, не разбивайте? О, пояс сок. Найс лут. Ну, лут неплохой, какая на самом деле. Хуйня. Мне вчера ничего не выпало с босса. Бей свой поезд на кассе 40 хилов и получу. Сань, забирай лут давай. Дай мне осколок. Выпал осколок? Да. На, скинь, все. Не знаю, как вы... На леди можете не бежать. Пошли лучше поговорить. Пошли в тюрьму. В тюрьму идем. Идем. Леди... Идем, конечно, идем. Потраем потом. Так, сейчас ЕПГП начислим. Ну, Хантом вообще бить сложно. Этот амулет дадите, блядь, я камень ставлю. 3 рубля. Держи. У Маши. У Маши есть такой. Всего. Ну, конечно, дадим. Давай с него и начнем. Угу. Короче, я там понял. Макс, смотри, леди, типа, не то, что типа, короче, а что можно? Ну, есть, конечно, процентово. Стой, но не беги, да, я сзади. Смысл, типа, нет смысла даже пробить. Слава, пока трэш не нерфанут, ага. Что нам делать? Смотри, Макс, сделаем по-другому. Будет второй. Да, Биран, начисли Бирану 500 еще кто-нибудь. Короче, пойдем во вторник сходим, для того, чтобы вы хотите сходить, то сходим во вторник, по-любому. Сходим побить леди, приходите поэтому во вторник. Просто для того, чтобы вы посмотрели.